Площадь Революции. Центр города. Все челябинцы об этом знают. А что будет, если задать им самый очевидный вопрос, как добраться до центра? Какова будет реакция? Проведем шуточный эксперимент. Извините, не подскажете, а как к центру города пройти? К центру города вам в ту сторону. А что там? Что там? Какой ориентир? Ну, мне сказали, что в центре города есть какой-то вот красивый памятник Ленину, не знаю. Памятник где? Ленину это вот. А, он? Да. А, спасибо большое, со спины не узнал. Извините, не подскажете, как к центру города пройти? Вот вы в центре города. В центре города что нужно? Драмтеатр имени Орлова. Ага. Молодежный. Ну, практически здесь центральное место. Да вся Кирова центр. А компьютер с компьютером дружите? Ну, вроде как. Ну, в принципе, давайте я вам одну смс-ку. Вы хотели бы, скажем, денежный поток в свой собственный кошелек организовать? Как к центру города пройти? Центр города, я серьезно, честно не знаю. Вот вроде центр. Вас как звать? Леша. Леша? Да. Меня Леонид. А это не центр? Это... Не знаю, я не местный. Вот это мне сказали, что в центр. Это самый центр. По Кировке проходили. По Кировке? Это да, где? Вот там. А, я что-то тебя вызвонить не мог. Хорошо как прогуляться по Кировке. Там много таких интересных скульптур всяких, там этих самых. Кафешки такие интересные. Все там можно. Ага. Как освободишься, звони, там состыкуемся. Ну, дойдите до Миаса, и перейдите, там будет памятник Столыпину. У меня знакомый в Канаде есть. Даже так? В Америке, во Владивостоке. Парк Пушкина. Ага. А куда лучше-то? Ну, вот мне сказали до центра прогуляться, друзья, вот. Ну, и дополнительно дает возможность тоже зарабатывать. Mm-hmm. Вы где находитесь? Это центр, по-моему, центре не бывает. Это центр? Что уж, совсем, что ли? Так понятно.